Всем привет, с вами Даниэль, и сегодня я вам покажу обзор про магнитный конструктор «Рыцарский замок». Набор состоит из магнитной доски и 170 пазлов. Я-то собирал больше часа. Из объемного пазла я построил замок для рыцаря и его войска. А с помощью тонких пазлов я построил колодец, казармы и конюшни. И вдруг дозорный увидел, что враги близко. Осада началась! Враги уже у стен замка! Они устроили пожар! Самое главное сейчас спасти запасы еды и оружия.